какого времени работа? Ну, до 45 минут. Я понял. Ну, как раз я так думаю, сейчас дойдем и пора обратно. У вас прибор 100? 120. Я понял. Может, 100 поставим как раз, а то мы что-то уже далеко дойдем, я думаю, за 45 минут. На 120 идем. Еще раз. На 120. Я понял. Сань, скорость 100. Принял, 100. Сань. Да. Сань. Ответил. Разворачивайся влево. Еще раз. Еще раз. Мы разворачиваемся влево. Зачем? Ну, с другим бортом отработаем. Правым? Да, правым бортом. Отключили пока что? Да, отключили левый борт. Я понял, когда развернетесь, включите, мы начнем. Да, правильно. Принял. Сань, прям пока слетите. Я понял, Володь, понял, когда отключите, скажете. Володь, с каким курсом? 110. А не 130? Нет. Понял. Доложишь, когда нам разворот сделать? Володь, нам что, разворачиваться? Вы борт включили правый? На курсе работаем. Понял. Володь, слышишь? Володя? Ответил. С каким курсом идете? 110. 110. Володь, до 17 работаем. Слышишь? Сань. Чего, блядь? Кто сказал до 17? Руководитель передал, до 17 работаем. Вы где? Принял, до 17 работаем. Володь, вы где? Где-где? Проходим мимо, мы с Атраханскута, с курсом каким-то. Где мы, может быть, перед вами? С курсом 11, высота какая? 4. Что-то не видим у вас, Володь. Иди с курсом 110. Мы выше идем. Еще раз, не слышу. Сань, мы прям сейчас проходим, быстро Ханкут, брат. Вот прям перпендикулярно ему выше, брат. Я понял. Где мы можем быть? Работаем. Значит, вы над нами четко, потому что я вас не вижу. У вас прибор какой? Прибор 10, курс 110, высота 3500. Правильно. Володь, если курс будете менять, подсказывай, короче. Пока 110 держим. Да, 110. Володь, далее левый разворот будете делать, правильно? Володя. Да, 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 левый, левый. Все, понял. Не жалей. Как тебе сказать, не жалей, сынок Василков. Володь, ты говорил.